Всем здравствуйте! Сегодня очередное стихотворение Асеева Николая Николаевича. Рука тяжелая, прохладная, легла доверчиво на эту, как кисть, большая, виноградная, захолодевшая к рассвету. Я знаю все тебя по пальчикам, по прядке, где пробора грядка, и сколько в жизни было мальчиков, и как с теперешним несладко. И часто за тебя мне боязно, что кто-нибудь еще и кроме такую тонкую у пояса тебя возьмет и переломит. И ты пойдешь свой тыл раздаривать, и станут гаснуть окна дома, и станет повторение старого тебе до ужаса знакомо. И ты пойдешь свой тыл растрачивать, пока с весной не распрощаешься. Давай всерьез, по-настоящему, поговорим с тобой про счастье.